Было поручение неделю назад вам дано, значит, по этим пушкам. Вы каким футболом там занимаетесь друг с другом? Я вам ясно, четко сказал. Заплатить деньги, значит, с благотворительного фонда и привезти сюда самолетом. Вы тут рассуждали, значит, о том, что, значит, в резерве он где-то есть. Да нет никаких пушек уже в резерве. В такой ситуации находится весь Дальний Восток. Эти уже пушки, как ружья ПТР в годы войны. На единицы счет идет. На что вы рассчитывали, Константин Васильевич? 80 пушек идет из Красноярска. Слушай, идет, а нужно 1000 пушек. Нет, 1000 нам пока не нужно. У нас да пока... еще раз вам говорю, значит, было четкое задание. 1000 пушек вы должны были приобрести. 80 пушек будет в субботу разгрушено у нас на этом, как раз для Владимировки. Значит, готовы закупить сейчас. Вот, значит, то же самое, параллельно занимались вопросом через Минфин, получить, так сказать, закупить эти пушки, если в аварийном порядке. Сейчас они пока у него не критичны, к концу недели... Значит, я объявляю вам замечание, Александр Николаевич, Константин Васильевич, вам за невыполнение и Минфину за неисполнение данного поручения. Было предметно сказано, что пушки закупить. И не из резервного фонда. Эти пушки туда достанутся. А резервный фонд на эти, на другие цели должен пойти. А необходимо было закупить на той неделе еще. Чтобы в пятницу пушки были здесь. Где хотите, ищите. По всей стране ищите. И деньги найдете. И пушки найдете.